металлический профиль и металлическое колесо. В этом видео распакуем беспроводную мышку Microsoft Modern Mobile Mouse. Комплект. Мышь, две батарейки типа 3А, документация. У мышки симметричный корпус из матового пластика с низким профилем. Она подойдет как правшам, так и левшам. Но учтите, что из-за длины в 107 мм мышка будет мелковата для крупной ладони. По клавишам все максимально просто. Две основные кнопки и металлическое колесо между ними. На тыльной части мышки расположился оптический сенсор и отсек для батареек с магнитной крышкой. Со слов производителя, двух батареек хватит на год работы. Для подключения к компьютеру используется Bluetooth версии 4.2. Итоги. Эта низкопрофильная мышка подходит для пользователей ноутбуков, поскольку она не займет много места в сумке или рюкзаке. Также такой девайс понравится любителям небольших мышек. Но если у вашего компьютера нет Bluetooth-модуля, то вам нужна беспроводная мышка с USB-передатчиком.